Для виляющих хвостами обитателей питомника лучшие друзья появление спасателей – полная неожиданность. Всеобщий лай превращается в канонаду, но в руках у гостей собаки замечают большие мешки с кормом и словно по команде затихают. Эти двуногие прибыли с миром. Вкусные подарки псам, впрочем, сами сотрудники МЧС не рассматривают как какую-то стихийную акцию. Это часть целого плана. В этом году наше министерство отмечает свое 30-летие. И с января запущена акция «30 добрых дел». Сотрудники главного управления активно участвуют в этой акции. Мы уже посетили дома инвалидов, дома ветеранов, посадили 30 деревьев и многодетным семьям установили пожарные извещатели. Мешок за мешком, пакет за пакетом. Килограммы сухого корма никто сегодня не считал, но навскидку их около 300. Хватит надолго, если, конечно, не вываливать все сразу. Мы в основном кормим кашу, да, варим это на мясном, этом, всем, на косточках, а сухим кормом подкармливаем. То есть собаки гуляют, кушают сухой корм, а потом уже после прогулки основное питание. Стать лучшим другом для собачек в плане спасателей – строчка номер 29. 30-ю они держат в секрете до декабря, но обещают под Новый год сделать чью-то жизнь не менее радостной, чем сегодня. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».